Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство, колбасы, сосиски, сыр и сало. Все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой, различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту, с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке, а также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и настоящий хамон. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции воронежского фермера притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже больше 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Познакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы и сыры компании «Воронежский фермер» можно на выставке «Православие» в Гранд-отеле «Жемчужина».